тот момент, когда Аминоша смогла меня подписать на реакцию на ЭТИС. Ну, я предложила, человек не отказался. Ну да, логично. Почему я не отказалась? А, там педотоник. А так она бы сказала, да, не нужны мне твои ЭТИС. Там нет Минги такая, да? ЭТИС большие молодцы, там есть ее. Вот. И нет, там... здесь в этой песне нет. А, нет? Джунхоп. А, здесь, здесь не здесь все, да? Трое, да. Только трое. А трое кто? Ну, как раз увидишь, знаешь. Одну я уже сказала. Окей. Пентатоникс, блин, я их обожаю. Ну, вот с года так 2012-го я их слушаю. Такая себе. Да. Они молодцы, они сами про себе ЭТИС. Mm. Заколабятся. У них недавно эта песня вышла вообще, ну, в их исполнении. Это как ремикс. Mm-hmm. Исполнение также. Ну да, они же... Раз, два, три. Песня мне очень нравится. Space. Кстати, песню я уже послушала. Вот что она чуть раньше вышла. Ну, Джоном голос очень классный. Это Йонхоба. Сори! Сон! Обожаю его голос. Блин, я до сих пор Джоном от Йонхоба отличать не могу. О, классно! Боже, я так рада их видеть! Пентатоникс и кей-поп группа, господи, я даже не могу говори. Такое представить. Получается здесь Юно, Джоно и Сан. Необычно их видеть, когда, ну, там, лица сменяются, и там, сам только что-то появился. Ну. Какое-то, как необычно. Не могу отличить Юно от Джоно. Знаю, потому что... Ну, я, конечно, не смотрю с ними видосы. Нет, просто у многих такая проблема. А кто-то, наоборот, они быстро отличают. Я, конечно, не смотрю с ними много видео, там, все равно более иногда что-то просматриваю, но почему-то вот прям Джоно и Юно для меня. Братья Хо. Да. Близнецы для многих, конечно. А я вообще хотела похвалить Джоно, сказать, что у него офигенный голос. Джоно. Ну, у Юно тоже офигенный голос. Ну, у Джоно, он, в смысле, он мощный голос. Да, да, да. Вот Юнхо, вот Джоно, вот Сан, как раз втроём у меня. На заставке? Да. И у тебя заблокировался телефон. Ну, я говорю. Супер. Окей. Прям супер.
Я мне обожаю Pentatonix, офигенная песня. Эти тоже молодцы, большие, очень прям идеально гармонично писались в эту песню. Очень-очень классно. Молодцы, что позвали их. Да, на коллаборацию. Это было необычно, да, и очень классно. Нежданно. Они так нежданно, негаданно. Тизер фото выложили, и там как раз сзади них как бы стояли силуэты троих. Сразу было понятно, кто это. Ну для себя может и понятно, ты их, наверное, в темноте узнаешь. Там не только силуэты, немножко там фотки видно.